На этой неделе в Сергиевском районе стартовали весенние полевые работы. Одними из первых в понедельник 15 апреля на подкормку озимых культур вышли аграрии ООО АПК ТСК «Агро». Хозяйство обрабатывает около 8 тысяч гектаров близ сел Елшанка и Чекалина. Озимые посеяны по ячменю. Как правило, конечно, традиционно пшеница сеяли или по черным, по чистым парам, по занятым. Ну вот мы в порядке эксперимент, уже второй год эту работу ведем, сеем и по непаровым предшественникам. В частности, вот здесь посеяно по ячменю. Значит, таких полей у нас 6, это где-то в пределах 1000 гектар. Для того, чтобы поддержать эти посевы, поскольку они посеяны по непаровым предшественникам, мы решение принимали, если раньше носили удобрение аммиачным селитру по 100-120 килограмм, в этом году решение приняли по 200 килограмм, чтобы дать хороший старт. План ярового сева в ТСК «Агро» в этом году составляет 5600 гектаров. В структуре посевных площадей 440 гектаров гороха, 900 гектаров нута, 780 гектаров льна, 334 гектара ячменя, 215 гектаров кукурузы, 1600 гектаров подсолнечника, а также однолетние и многолетние кормовые травы. Озимой пшеницы было посажено 2200 гектаров. А зимы у нас хорошие. Никаких пересев или подсев мы не планируем. То есть самая главная задача сейчас вовремя подкормить, провести баранование этих посевов, закрыть вот корку, которая сейчас, как говорится, на них уже начинает появляться. И это дальше вести уход за посевами. Ну, думаю, центнеров 40 мы должны взять. Парк техники состоит из 4 тракторов, 4 КАМАЗов и 7 комбайнов. Все агрегаты к новому сезону механизаторы постарались подготовить еще в прошлом году. Топливо и удобрения также были заготовлены заранее. Аммиачную селитру 370 тонн. Азофоску привезли 204 тонны. И амофоска у нас была с прошлого года и 20 тонн добавили. Значит, в общей сложности у нас около 700 тонн удобрений. До начала посевной в Сергиевском районе остаются считанные дни. В ней примут участие 13 сельхозпредприятий и 22 фермерских хозяйства. Весеннюю кампанию им предстоит засеять 76 490 гектаров земли. По данным Управления сельского хозяйства муниципалитета, на 18 апреля аграрии провели подкормку озимых культур на площади 1086 гектаров. К баранованию приступили хозяйства «Успешное развитие», «Колос» и «Биатон». Дарья Колесова, Антон Иванов, телерадиокомпания «Радуга-3».